Проект Калмыцкого государственного театра кукол Джангрса «Айга Татарика. Культурный код» стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов культурных инициатив. Проект позволит сформировать бережное отношение к сайгакам как неотъемлемой части калмыцкой нематериальной культуры у детей и подростков в возрасте от 7 до 12 лет. Реализация планируется с 1 июня 2023 года. Подробнее о проекте рассказала художественный руководитель Калмыцкого государственного театра кукол Джангры Зоя Ханхалджинова. Что входит в наш проект? Ну, во-первых, первое, это, конечно, это спектакль. Кукольный спектакль для детей. Второе, это, конечно, будет создание VR-площадки. И третий пункт нашего проекта – это организация такой выставки работ «Страна-бомба». Это макет, мы называем макет ареала обитания степных антилоп.